Ребят, всем привет. Тишина идеальная. Покажу вам почему. Время 4 часа утра. Ни одного байка. Ни одного человека. Вот только какой-то бомж спит. Попробую половить. Из-за чего? Потому что по вечерам постоянно очень сильные отливы и перестал ловиться кальмары, каракатица. Вон он пошел сопротивляться. Ух ты, ушел, ребят. Вон, смотрите, пошел. Ребят, далеко не ушел. Сейчас будем ловить. Представьте, опять схватил он же. Блин, опять ушел, ребят. Как он так сходит-то? Вон он плывет. Пошел, 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 пошел. Опа, есть. Вот, ребят, какой, смотрите. Опа. Вот он, смотрите, не успел убежать, какой крупный. Видите? Фу, вытащил с третьей попытки. Представляете, он не как рыба себя ведет. Нападает. Сходил, я опять ему подбрасываю, но опять хреначит. И сейчас покажу вам, на какую он попался, ребят. Вот эту, которую лак для ногтей женский я купил. Сейчас я вам покажу. И покрасил ему вот такие вот полосочки. Вот посмотрите, видите? Вот на эту он попался. Приманочку. Отлично, ребят, я очень рад. Глядите, здоровый какой, охренеть, блин. Крутой кальмар. А, не, ребят, это каракатица, это не кальмар, каракатица. Ребят, заменю сейчас вот эту приманочку с желтыми полосочками, которые. На обычную вот такую красненькую. Немножко другого цвета. Говорят, кальмары каракатицы капризные к цвету бывают. Посмотрим, что на эту. Это пока неплохо выступило. Видите, внутри там у нее пластиночка какая-то играет. Очень интересная вот эта приманка. Тихо, ребят. Ничего не клюет. Сейчас уже скоро расцветать будет. Поменяю приманочку сейчас на другую, повешу. Что-то на эту вообще тишина. Вроде бы красивая, интересная такая. Но от ослика только уши. Народу, как видите, никого. Как у нас тут с вами каракатица поживает? Ну, видите, чернил напускала. Поменяла цвет, была темно-коричневая и стала белая совершенно. Надо будет ее помыть. Кстати, девушке с кафешки обещал, поймаю, говорю, принесу что-нибудь. Вот она должна обрадоваться. Сегодня утром на завтрак поеду, отдам ей эту каракатицу. Пусть приготовит себе. Каракатица, кстати, очень вкусная, мне нравится. Уже расцветает. Поклевочек больше ни одной. Уже вот спортсмены и на велосипедах, и бегом вон девушка бегает, упражнения делают. А у меня одна лишь каракатица. Ну зато какая крупная. Сегодня обрадую девушку. Пока ловить еще буду.
Заводи краб. Помы. Good. Чай. Джамтиен. Тон чау. Тон ен нам тале лека, тон чау нам тале яй. Good. Breakfast мундим. Латте рон. Окей. Hi. Здрасте. Капун краб. Партамнак. Хотел. Партамнак. Малай ким помык. Вамни. Тени. Окей. Здесь, говорит, приготовит себе этого кальмара, поест прямо на работе. Ребят, с Андрюхой в магазинчик пришли, в Nike, в торговый центр. Футболочку, видите, какую решил себе взять. Я-то думаю, отличная. 590 бат стоит. Чуть, может быть, она мне свободненькая, но пойдет. Надо же гардеробчик-то периодически менять. Нормальные буду брать. Крутая футболка. Чуть-чуть она мне свободненькая, но и нормально, что не в обтяжку. Какой размер? Блин, я вот думаю, кроссовки брать тебе, Андрюх. Ну ты еще подумай. Немножко. Потом возьмешься. А потом, может, не быть. Ты говоришь, сейчас пока акции на них. До 30-го. Ребят, заплыли с Андрюхой в Adidas. Везде тут скидки на все. Но я пока всего лишь с одной футболочкой. Конечно, мягкие, хорошие кроссовки вот эти. И подошва у них мягкая. Я нашел такие же желтые. А, да. Но они стоят 4500. Скидок нет у них. А вот, может, маленькие тут есть отверстия. Нет. Нет? Здесь вот имеется в виду, что вот здесь отверстие, здесь. Ему клуб всегда с отверстиями, но сегодня без подошвы. Ага. А я бы вот такие купил, чтобы именно на подошве отверстия были. А Adidas, говоришь, ушел, да, из России тоже, Андрюх, сейчас не продают. Да, ушел. Вон тоже отверстия. Хорошие, да, смотри, такие мягкие. Подушу. Они смотрятся здорово. А подушу так мягенькая. Вот все вещи по 30% скидка. И в Nike кроссовки я себе тут присмотрел. Хорошие, удобные, легенькие. И на них сегодня очень большая скидка. Модель мы вам сейчас покажем, какая. Андрюх, какие я мерил из них? Вот эти были? Да. О, кроссовочки какие. Очень удобный тоненький язычок. Все насквозь просвечиваются. Подошва мягенькая.
И с хорошей скидкой сегодня они идут. Буду брать, периодически в них ходить. Ну что, ребят, все, определился. Вот размерчик мой. Буду брать. Цена им 7000 бат. Минус скидочка 30%. Отлично. Футболочку уже оплатил. Ребят, вон Андрюха выбирает все такие же кроссовки, вот меряет, как у меня, только цвета серенького, другого немножко берет. Сейчас, если подойдут, купим обе пары. Ну как, Андрюх? Ну, берем, да? Ну, я еще не знаю, надо размер, наверное, побольше. Ну, определяйся. Слишком они... А вдруг нога вырастет? Может, да, такое в Таиланде случится? Да. Здесь все может вырасти и уменьшиться. Так, ребят, ну все, мы пришли на кассу, Андрюха будет оплачивать, а я уже покупочки-то оплатил. Сюда посмотрите, кроссовочки, футболочка. Все, теперь новье. На днях начну носить. Вот так вот сегодня мы удачно заплыли в Nike, по Adidas еще походили, по другим отделам, но все внимание заострили сегодня только в этом отделе. Ребят, решили с Андрюхой прямо перекусить в этом торговом центре. Вот видите, деньги меняешь на такую пластиковую карточку и идешь ей еду оплачиваешь. Здесь кухня, смотрю, ассортимент не очень богатый и небольшая. Вот так вот. Ну и народу немного, хорошо. Так, и что мы сегодня съедим-то? Савадикра. Так, ну, может быть, съесть здесь что-нибудь. Томьям, кстати, недорогой здесь. Угу. Что возьмем-то? Вообще ничего не вижу. Ребят, ну что, вот холодный кофе и... Суп вот этот со свининой, с яичком получилось, все у меня 100 бат вложился. Андрюха подороже взял смузи себе и том-ямчик, видите? А смузи из чего Андрюх брал? Помепу. Вот так вот, недорого, надеюсь, вкусно. Сейчас мы перекусим.